анкер, который будет тянуть, устройство будет тянуть этот анкер. Здесь вы будете смотреть, по этому сейфу у нас 5 тонн нагрузки. Все включено, сейчас нули стоят, вот. 0, 0, 0, должно быть 50. Он накачает чуть-чуть больше, я скажу. Я скажу, вот 2 тонны, вот 3, вот 4, вот уже 5, еще чуть-чуть, все, 5 400, 5,5 тонн. Значит, что делается? Время идет, как начало время, останавливается, время останавливается. А угол отрезает сюда, дырка. А что угол не отрезает? Это на уровне европейских стандартов. Есть 35, 45, но это результат считается хорошим. И считаем. Раз, два, три, четыре, сжатым воздухом. Вот он кислородом, ну чтобы вам тут не пылить, это время не считается. Нормально? Нормально, да? Все, все. Сгорело. 23 удара, 2, 50, 8, да? 3 минуты, считайте, 3 минуты. Контрольное время у нас было 1:30, то есть почти 2 раза. Сейф довольно-таки. И вот обязательно должен сейф пройти полностью, да. Это шалок, шалок. Пытаемся просверлить отверстие в районе язычка пробойником и молотком, выбить и открыть язычок. Пробуем. Время считается, секундочку. Так, внимание. Разрешается менять сверла, но каждое новое сверло это 5 рук. Каждая замена сверла. А давайте пробойником, вот пластина треснет. Каленая? Да. Мы били. Да. Можем продемонстрировать. Она же там стоит на нержавейке еще. А, ну так наоборот подчеркнуть качество сейфа. Я же не за то, чтобы он открылся, а за то, чтобы он не открылся. Давай. Чтобы люди знали, что это надежный сейф. Валты! Это сейф со склада. Дима Бублик купил себе. Давайте кувалдой. Так он не удержит. А там вот такая штука
специально держать для пробойника? А, понял. Дополнительным инструментом. Ага. А, понятно. Такие были взрывы. На что попадали? Горит металл, плавится металл. А стреляет бетон. А, бетон стреляет? Бетон стреляет. А, если попадает бетон в зону горения бетон, он стреляет. Да и большой лом. Большой. О, теперь точно откроется. Так он уже бесполезно, что там внутри. Там уже не важно, что там было внутри. О, рука проходит. Пять тонн прикручен. Попробуйте отжать со стороны завесов. Нет. Чего? Они разогнутся. Завес? Да, они внутренние, они разогнутся. Давайте попробуем. Там самое слабое место у него. Вигеля крепкие, завес это не крепкие. Для клиента, я же не для себя. Он же будет говорить, а вы не знали, надо было оттуда отдавливать. Я же что, я специально что ли? Правильное замечание. На самом деле это да. Это же наоборот, чтобы подчеркнуть его прочность, а не того, чтобы сказать, что сейф плохой. Да прям в зазор можно дуть. Да, уже под углом. Да. Да. Мне просто интересно. Он тогда выйдет чуть-чуть, а потом уже тогда отламывать. И тогда было ход, а так что... Да, мы уже просто, чтобы... Все принципы испытаний... Да, он выдержал уже. ...нарушены, потому что столько набора инструмента... Уже это... милиция, полиция приехала. Да, уже все. И хозяин вернулся. Там уже и сгорело там все внутри. Дал по башке. Все, хорошо. Пожарных надо вызывать. Ну, хата сгорела. Давай отсюда теперь. Давай попробуем.
Вот так. О, пацаны шарят. Ой, блин. Нет, дубом стоит. Да. Новую задачу придумали. А все, нету двиг. Хороший. Эффективно будет продолжать вырезать ригеля. То есть верхний вырезать, нижний. Это уже будет долго. Надеяться на то, что при вырезании одного из них удастся выломать. Потому что там целиком петля, она сплошная, она мешает выйти. Да, да, да. Будем открывать сейф, давайте. Все, закончили. Сейф жив. Он еще за борт заходит. Все, Володь, спасибо. Ашки, это классный сейф, я всегда говорю. Аккуратно горячий, только можно подходить. Уже на испытание закончилось. Так, буквально 5 минут на сбор, на фотографию. Только осторожно, горячий. Аккуратно, горячий. Вон там. 12. Вот про то, что я говорил, что два верхних ригеля будет держать. Но он все, видишь, классно вышло, да, дверца? Так дверка вышла, но все равно там за счет, вот сейчас покажу конструкцию. Не, я понял, что если бы там не было бы два ригеля.